Что-то странно как-то с этим размножением, я вот что-то и понять не могу. Мягко сказать, дико слишком они размножаются. Harvester destination set. Launch sequence activated. Access granted. 9, launch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence activated. Уж очень странно. Куда эти, блин, споры берутся? Неужели я реально с собой какую-то хрень принес? Надо разобраться, попробовать поползать сейчас и найти все эти споры, они опять будут разрастаться. Это ему и не дело. Так, куда отправимся? А, ну я сейчас переработаю пока все. Как раз пороха будет. Ну, не так много. Сделаю турелик. Вам поставим и отправимся в следующую точку. Так, есть несколько турелек. Думаю, пойти их установить. Споры также все размножаются. Ничего пока с этим не поделать. Так. Ну, тут пока все нормально. Так, куда бы нам установить? Капитанский мостик. Нет. Ужасающе смотрится. Интереснее уже. Так, тоже. Нет, так она не будет стрелять. Так она вряд ли будет стрелять. Так, а я здесь могу установить турель? О! Отлично. Ага, значит я здесь тоже могу все обезопасить. Интересненько. А, пофиг.
вот здесь ничего нету. Никак не пометить, вот что плохо. Так, даем тогда, пусть они добывают радиацию. Мы на планету смотаемся за порохом. А мы на планету за порохулечкой. Порох моё усё. Кто может попробовать поторговать? Кстати говоря, мастерскую вторую купить. Как думаешь? Ну, насчёт автоматических турелей согласен, насчёт энергетических барьеров не уверен. Они как бешеные-то бегут. Многовато их для одного камушка. Не успею. Не, ну тут уже становится веселее как-то ресурсы добывать, я тебе скажу. Парни, вам помочь?
Ну да, наверное, синюю радиацию с торговцем поторгуемся. Я сейчас как-то плохо понимаю, зачем она нужна. Выкупим чертеж Т2 мастерской. Может, еще опор? Ну, опор, провода, батареи. А. Посмотрим. А, погоди-ка, где турелька здесь была? Жрали? Пожрали. Прикольно, не ожидал. Harvester destination set. Launch sequence activated. 10, 9, 8, 7. Он сделал второй ангар, вообще посылать одних на одну планету, самому на другие летать. На планеты я сам буду летать. Считаю это своей привилегией. Так, там мне осталось чуть-чуть подцепить и Так, что, добываем радиацию, давайте до конца. А, все. Так. Давай долбанем к торговцу. Попробую у него туда купить чертеж этот мастерской Т2. Ладно, чувак, давай. Я смотрю, она неплохо стоит. Так, мастерская есть. И... медицинские исследования, стоимость 20, да?
А, мастерская стоит 30, то стоит 20. Ладно. This is a workshop module. Here we research and construct weapons and defenses. Ну, you can хорошо. Also configure the weapon racks with your favorite selection of weapons. А вот теперь у меня Assign вопрос. Engineers to the workshop in order to speed up research processes. Вопрос интересный. Мастерскую куда ее ставить? Я могу это сверху сделать, мне это пофиг. Еще один подъем наверх. Или сбоку. Просто... Да, это странно как-то все. Меня интересует другое. Вот это вот. Исследование лечения болезни, да? Это типа я уже нашел? А, вероятно, да, я это просто нашел. Любопытно. Хорошо. Так, давай куда-нибудь тогда отскочим опять же. Ну, литий, пороха, ноль, гриб, литий, газ. Обрати внимание, здесь он не написал, что здесь такая система. Значит, там есть что-то еще скрытое. Так, во-первых, мусор у нас. Кабелей нету, есть железо нету, есть литий, уран, есть... Сфера, мусор, порох нету. Железа нет, одно местоположение, да? Ну, давай сгоняем. Еще вот это убой. Хотя здесь у нас что-то я посмотрю. Так, мусор. Это я только что смотрел. Это я не то смотрел, то. Да, сложность низкая. Я бы не сказал, что она низкая. Опоры много. Оболочки есть. Терапорох, железо, литий, уран. Черт. Mm-hmm.
А мне нужен панель, да, если я не ошибаюсь. Панель я нигде не найду. В ближайшей галактике точно. Может мне свалить сюда? В эту систему. Давай прыгнем, посмотрим. От этого точно я ничего не потеряю. Ага. 55 планет. Как интересно. Давай прыгнем. Это будет забавно. Хотя вот это вот исследование, которое я провожу, можно, в принципе, его не делать. Чтобы было понятно определять, где какая система или планета. А если я сюда, к примеру, вот так вот пришпрехаюсь? Или мы не можем сесть на неизвестную планету? Да, попробуем сесть на неизвестную планету, посмотреть, что с этого получится. Что-то интересно просто стало. Вот у меня с этими исследованиями как бы большой косяк. А, ну да. Так, неизвестная планета. Harvester destination set. Launch sequence activated. Мы идем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Мне вот интереснее брать это все, то что вот я вижу, то и брать. Как-то не прикольно, знаешь ли. Черт, литий. Ненавижу. Ты живой еще, гадость мелкая. Ну, хоть этой хрени насобираю. Seven, six, five, four, three, two, one.
2, 1, 0. Сейчас посмотрим, смогли мы ее вот таким вот образом изучить, потому что мне это больше понравится хотя бы. Да, я понимаю, это тупо. Не понял я, что он там стоит. Так. Да, чего там со своим хранилищем? Мне нужно тут понять, как все работает. Без скана, если. Местоположение объекта гипердвигателя. Ха, оригинально. Так, он мне пишет, значит, что осталось 4 лития, да? Мы, значит, соберем этот литий. А потом попробуем побегать по округе. И посмотреть, есть ли что-нибудь там. Думаю, такую разведку провести, как раз проверить, будет ли что-то там скрытое не радаром. Чуть робот опять не пришел. С этим роботом не везет, я смотрю. Надо еще пару турок будет поставить. Ну, порох-то хоть есть. О, да. Его очень много. С плите можно торговать. Переплавлять его можно. Может, он для этого здесь нужен? Ладненько, друзья, на этом, пожалуй, закончу. Потом сбегаем, либо потом сошью, сбегаю, скорее всего, на планету, попробуем там надыбать весь литий, потом пробежаться по кругу, найдем ли мы чего-нибудь. Очень уж, друзья мои, очень мне интересно. Мне не нравится вот такой вот. 3 клетки расследовал, потом непонятно, где ты был, где ты не был.